Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. На работу сегодня я задерживаюсь. Поехала в поликлинику проходить медкомиссию. У меня, оказывается, права. Пошла это, страховку менять. У меня в марте, 27 марта страховка заканчивалась. Пошла менять страховку, продлять вернее. И а меня, говорят, у вас 27-го и права кончаются. Я это самое, 10 лет, оказывается, уже прошло. Я да и не заметила. Сейчас вот приехала в поликлинику, взяла направление психиатру, наркологу. Зрение здесь я уже прошла. Сейчас еду к психиатру и наркологу. Вот такие дела. На работу сегодня, не знаю, поеду, не поеду. Покажет, война плана покажет, как я там, во сколько управлюсь. Вот такие дела. Нигде там ничего. Ничего там. Ой, столько машин. Я приехала. Здесь три машины стояло. Вот сколько уже понаехало. Вот так вот. Как я так прозевала, что у меня права заканчиваются. Ну да ладно, ничего страшного. Там, конечно, у нарколога и у психиатра, наверное, много народу. Всегда там много бывает народу. Успею я сегодня, не успею. Но не успею, так придется 2 дня проходить. Раньше, вот как я помню, ну, времена меняются, кто его знает. Раньше, я помню, всегда это. Там народу много было. Посмотрим. Еду сейчас. В первую очередь я, наверное, поеду к психиатру, потому что мне здесь ближе. А потом уже к наркологу. Еду я сейчас по Карла Маркса. По Карла Маркса. Еду на Соду. Район Соды. Если там они в другое здание не переехали, там целый такой комплекс больничный, где они примерно сидели раньше, знали, они же могут и за столько времени, да, за 10 лет и в другое здание переместиться. Но сейчас будем искать. Будем искать. Еду я сейчас в районе стадиона Каучук. Вот он у меня здесь слева, вам не видно. Стадион Каучук. Давно я этот район города не показывала. Сайгановка, вот частные дома сейчас справа, это Сайгановка. Еще будет потом мне же, когда поеду в ГАИ фотографироваться, а я до сих пор не, так и не подстриглась. Сегодня позвоню мастеру своему, узнаю, когда она меня сможет подстричь. Что ж я с такой гривой буду фотографироваться? Не пойдет. Все-таки это права опять на 10 лет. Надо приличненько выглядеть. Эх, вот этот троллейбус передо мной не вовремя. И там машины едут, да? Смогу я обойти. Ой-о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 й. Вот. Вот кто так делает, а? Подъехал, остановился и тут же начал выезжать. Пришлось мне на встречку. Вот разве так можно делать? Начал к остановке подъезжать, я же уже на обгон пошла.
Так, здесь камера где-то должна быть дальше. Надо притормозить. К Соде подъезжаю. Содовый район, не к заводу, к Соде. Вот сейчас Сайгановка заканчивается. Частный сектор. Дождь у нас, то снег, то дождь. Утром сегодня вышла, машину пришлось чистить. Вся была в снегу. А вчера с вечера как начался дождь. Всю ночь лил дождь. Ну ладно, снег быстрее растает. Что-то я поехала прямо. По-моему, мне надо было налево завернуть. А? Что-то, по-моему, я не там завернула. Повернула. Повернула. Ну, попробуем здесь сейчас. По-моему, я проскочила. Вот не помню, по тебе не помню. А, кирпич здесь, ёштр, бляштр, здесь кирпич стоит. Ах ты, блин. Вот так вот спать-то. Ну ладно, исправим эту ошибочку. Ладно, машин нету. Там одностороннее движение, кирпич. А я ломанулась туда. Ну ладно, мне простительно. Я в этом районе редко. Ну не нарушила же, завернула тут же. Ничего страшного. Ох, здесь дороги вот на Соде. Ох, здесь не делают. В городе-то везде уже по несколько раз делали, а здесь... Так, вот здесь мне надо сейчас где-то за школы дальше. Эх, блин. Надо было мне вчера проехать, посмотреть, где находится это. Так, где вот, где? Вот за этой Волгой, что ли, повернуть. Попробуем. Вот эту слева вам сейчас не видно. По-моему, это желтое здание, насколько я помню. Вот. Вот-вот, он, наверное, тоже туда едет. Да. Правильно. Память мне не изменяет. О, здесь, мне кажется, народу. Машин полно. Ну что ты мне сигналишь? И что ты мне сигналишь? Мест нету. Встать негде. О, блин. Как хорошо мне повезло. Как раз один выезжал. Я на его место так раз. О, еще один рядом выезжает. Все, пошла я. Все, прошла я психиатра. Очередь большая была. Сначала платишь в одном кабинете, потом в другой кабинет уже идешь к психиатру. Все, теперь еду к наркологу. Нарколог раньше у нас был на Первомайском. Теперь, оказывается, переехали они около инфекционной больницы. На этой же, по-моему, территории или в этом же даже здании. Ну, сейчас посмотрим, найдем, наверное. Все, сейчас едем к наркологу. Еду в районе железнодорожного вокзала. Жили.
железнодорожный вокзал здесь вот у нас сейчас с правой стороны. Не видно отсюда. Все потом сдам, и надо будет ксерокопии еще мне снять. Ксерокопии. И затем обратно в поликлинику еду. В поликлинике я отдала 520 рублей. Здесь отдала 530 рублей. И у нарколога говорят 1800 с чем-то. В общем, в среднем где-то комиссия мне обходится 3000. Получается. 3000 где-то. Недешево. На все сейчас цены растут. Ничего сейчас не удивляет. А куда деваться? Я не знаю, еще в РЭП-ГАИ. Там, наверное, ой, не в РЭП-ГАИ, но в ГАИ. Платить, наверное, надо будет. Там же тоже и фотографироваться надо будет. Там еще надо будет. Так что 3 с лишним, наверное, станет. Ну, посмотрим, я потом озвучу вам точные цифры. Лужи такие у нас, все. После вчерашнего дождя прям сильно видно уже, снег так просел. Такие огромные-огромные сугробы были. В Татаре, что ли, говорят, 23 было, и 26 или какого числа, 23 градуса мороза. Нифига себе, да? У нас такого нет, у нас тепло уже. Неужели правда там такая температура была? На улицу Худайбердина я выехала. Льва Толстого, район Фабри. Я, наверное, здесь поеду. По элеваторной. Здесь мне лучше, быстрее, меньше светофоров. Меньше светофоров. На улице Элеваторную я выехала. Еле нашла я этого нарколога. Вот очередь такая аж на улице. Там внутри еще столько людей стоит. Сидят, вернее. И здесь на улице такая очередь. Не знаю, сколько я здесь времени проведу. Пока стою в очереди. Я уже внутрь зашла. Не знаю, сколько еще буду здесь сидеть. Ну, полчаса, наверное, еще буду. Все, я вышла с наркологии. Все прошла. Долго здесь я. В этом-то быстро. У психиатра. А здесь долго. Ну да ладно, все, главное, прошла. Теперь мне надо. В этот поеду. В поликлинику попробую еще. Успею, не успею сегодня. Хотелось бы за один день все пройти, конечно. Чтобы завтра опять не возвращаться. Сейчас попробую доехать до поликлиники. Там заключение уже мне надо. Терапевта, наверное. И все на этом. Потом уже в ГАИ надо будет. В ГАИ там тоже надо и фотография. Срочно стричься надо.
ксерокопию вот этих справок нарколога, психиатра. Надо, оказывается, мне снять. Не могла нигде вот по пути найти, где снять ксерокопию. Приехала здесь вот около дома, я знаю, моего есть, где ксерокопию можно снять. Вот, поперлась сюда теперь. А что, буду по всему городу мотаться, ездить, что ли? Здесь от меня до поликлиники недалеко. Лучше я здесь сниму сейчас. Потому что один экземпляр поликлиника себе оставляет, один экземпляр мне. Такие вот дела. Так, где здесь я встану? Здесь где я встану? Все, сейчас я здесь. Все, ксерокопию сняла. Поехала в поликлинику, но не уверена, что я сегодня туда уже попаду. Много времени потеряла. Время 11:30. Ну ладно. Попаду, попаду, не попаду, значит завтра еще придется. Что ж делать? Не поделаешь ничего. Ничего не поделаешь. Ну ладно, я и так много сегодня сделала. Я вообще не уверена была, что я после психиатра к наркологу попаду. Там, как я увидела, очередь такую огроменную. И думала, нет, я сегодня, наверное, не успею. Там вот у психиатра, ой, у нарколога мне сказали сначала 1820 платить надо. Оказывается, с меня только 400 рублей взяли. Оказывается, там зависит от возраста. Я так обрадовалась, что 400 рублей с меня взяли. Вместо 1820. Маленькая, но приятность. Сэкономила 1400. Не знаю, вот еще в ГАИ там сколько возьмут. Может, там тоже поменьше. Ну, посмотрим. Посмотрим. По Гоголе еду сейчас. Почти до дома доехала. Вот на работу я до сих пор. Наверное, только после обеда попаду на работу. Ну да ладно. Все равно это надо. Как с просроченными правами? Тоже ездить не будешь же. И так я сегодня смотрю, там гаишники стоят. Ну как они сейчас? ППС? Как их называют? Думаю, блин, а у меня права-то с сегодняшнего дня уже просроченные. Как говорят, вот надо же, гаишников увидишь, мысленно так надо накрыть стаканом его, и он тебя не остановит мысленно. И потом, когда уже отъезжаешь от него, то мысленно этот стакан поднимаешь, а то он так в стакане и останется. Тогда 100% вероятность якобы, что они не остановят тебя. Проверяйте, работает это или нет. Ну, я мысленно так накрыла его стаканом. Ой, вот такие вот водители суеверные. Ну, куда ты, блин, выскакиваешь? На полноса вылезут. Здесь мне инфаркт миокарда делают. Все, сейчас в поликлинику. И потом на работу. Вот пешеходы здесь стоят. В неположенном месте переходят. Погода хорошая сегодня. Так-то по прогнозу обещали и снегопады. Налипание мокрого снега, гололед. Вот так нормально. Погодка нормальная.
Правда, всю ночь шел дождь. Снег, дождь. Ну, все обошлось. Может, это будет в других районах. И наледь, и налипание мокрого снега. Мы же все-таки южнее живем. На севере Башкирии, наверное, это скорее всего. Все, успела я к терапевту. Прям в последнюю минуту, до 12 часов она принимает. Но потом, конечно, можно было и после обеда приехать. Но это же еще надо приезжать. Я буквально прям вот без 7 минут зашла к терапевту. Все, она мне написала заключение, что все нормально. Остался теперь только в ГАИ мне. Очень хорошо сегодня мне. Все, везде я успела. Не думала, что так за один день я. Ну, конечно, еще ГАИ мне, но все равно и комиссия не думала, что за один день успею. Везде такие очереди народа столько много. Ну, ладно, я довольна. Я довольна. Все, поехала я на работу.